Добрый день. Есть московская жизнь. Скажите, пожалуйста, у нас с вами закончился договор, он как-то пролонгировался или он прекратился? Я не могу сейчас ничего пока сказать. Я не видел договора. А как это вообще возможно? Ну, надо будет посмотреть, закончился, не закончился, не могу сказать. Да, к вам уже. Договор закончился, вам нужно это самоподтвердить, способ управления. То есть вы сейчас не убираете нашу территорию, не занимаетесь Чего? Нашим пока домом? Пока убираем. Пока убираете, да? А вы должны это самое еще 3 месяца назад собраться и решить. Понятно. Ваши проблемы, ваши дела. Совета у вас нету. Убирайте совет. Ага. Я хочу узнать, у нас по тому же тарифу все идет сейчас? По денежному, я имею в виду. Вы сначала утвердите это самое, выберите способ управления, а потом будем говорить о тарифе. Нет, тариф сейчас идет то же самое, я хочу вот это тоже. Пока то же самое, да? Конечно. Ясно. А когда у вас будет время, чтобы я подошел по поводу территории с вами поговорил, которую значит, необходимо когда убирать? Вы подтвердите способ управления? Ну, смотрите, вы сейчас убираете квадратуру нашу, да? Я убираю вас сейчас 10 метров от фасада. Ну, это частный случай, у него документация ваш юрист дал. Я готов в этом поводу с вами поговорить. Приходите в приемный день, у меня приемный день, четверг будет идти. Я просто вам скажу, что территория, которую он указал, это частный случай, надо подчеркнуть. Вы знаете, я не буду вам с вами говорить, я действую по правилам благоустройства. Хорошо, когда у вас время будет? Я в приемный день принимаю с 2 до 5. С 2 до 5? Когда у вас приемный день? Вы везде ходите, а самый главный вопрос не решаете. Везде ходите. Да. Туда, подождите, туда. Подождите. Вы не подождите, вы так, выберите слушаю. Совет. Тише, не кричите, не кричите. Да? Совет выбери сначала. Тише. Понял? А потом ходи, жалуйся везде. Тише. Мы на ты-то я не тебе дам бумаги. Мы на ты-то не переходили. Иди занимайся делами. Мы на ты-то не переходили. Все, перешел, иди отсюда. Перешел, а что ты меня выгоняешь-то? А иди, ты, тебе сказано, в приемные часы приходи. Что вы со мной так пошли отсюда. Тихо. Иди сюда, я говорю. Убери. Иди сюда. Руки ты убери. Сопля, блядь. Коля, ты меня жалуй, ты сам никто не знает. Чего себе? Как вы со мной разговариваете? А как с тобой разговаривать? Как вы со мной как с тобой разговаривать-то? А почему вы не замахиваетесь-то вообще? Нет, а что ты с тобой-то здесь? Сидишь, блядь, выебываешься, ходишь. А чего вы меня оскорбляете-то? Чего тебя оскорбляют-то? Вы ты что, блядь, подстрижку не сделать, как пацанов? Ты что? Вот как со мной разговаривать? Вот и что, блядь, мальчишка, девочка, блядь. Вы директор здесь, правильно? Знаешь что? Вы директор, правильно? А что ты ноешь, блядь? Я не ною. Сопля, блядь. Отлично. Отлично. Бери отсюда, блядь. Отлично. Пока тебе башку не отбили, нахуй. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот я, блядь, видел. Вынюхиваю, блядь. Я не вынюхиваю. Вынюхиваешь. Тише, тише, тише. Сопля, блядь. Тише, спокойно. Николаевич. Вонючий. Вы видите, что у меня сказал. Слушай, иди отсюда. Правильно? Иди отсюда! Че ты, блядь? Че ты боишься-то? Он замахивается уже. Трус, блядь, звонющий, блядь. Замахивается уже. Щенок, блядь. Вы специально выводите человека? Нет, я вообще-то... Он вчера... Ты вывел меня, блядь! А чем? В отцы годится. Подождите, его. Хорошо, я вообще... Нет, ты чего хочешь? Я плохого слова даже не сказал. Да чего ты плохого слова? Тебе сказано было, иди! Плохого слова ни одного не сказал. Чего ты начал меня оскорблять? Оскорблять? Это нормально? Ишь какой, блядь. Ты в какой квартире живешь? Вечером жди послания. Это угроза, что ли? Это не угроза, послание тебе. А что это такое? Что тебе территорию, блядь, отмеряют и отделают. 2 на 3 метра. Это угроза? Блядь? Не угроза. Мальчишка, блядь, еще называется. Скажите, я так понимаю, что... Ходи, жалуйся, сам не знаю, как я чего хочешь. Да. Выбери совет сначала дома, понял? Вас как просили зовут? Выбери совет. Сергей Федорович, да? Понял? Николаевич, все. Что вы хотите? Пусть выберет совет. Я вообще возмущен. Возмущен? Это еще подойдет. Разве так можно разговаривать с человеком? Ну, видимо, вы его увидели. Ну как, я вот, ну, как вот сейчас я с вами так как разговаривал, так и разговариваю. Сейчас я ни одного слова не сказал. Это мне очень интересно, как такое может быть.